Все-то как в кайф, все-то как в ниточку. Прусики в иголочку, гнутики в соломинку. Проверяю звук, чтобы не было слишком громко, а то оно потом... Добрый день, здравствуйте. Уже лет 100 не снимал Майнкрафт эпизоды. Прям соскучился по своему миру, пипец. Отстроил дом, крутой, все красиво построил. Так, вон там крипер ходит. Ничего страшного, здесь он нас не тронет. Давайте без лишних слов покажу вам. Не смотри на меня. Свой дом, кстати, вышло... Сейчас еще приветствие. Вышла новая версия 1.15.1, добавились пчелы. Поэтому мы отправимся на поиски пчел. И вообще просто попутешествуем, потому что я уже давно хочу попутешествовать на Джоджо. Вы это знаете. Да, ну а теперь давайте покажу вам дом, расскажу все изменения, потому что у вас прошла большая разница между эпизодом по постройке Академии пива и по постройке... Ой, по войне за Ленинград. Но у меня между этими двумя эпизодами небольшой промежуток был, около месяца, потому что, да, я за Ленинград в сентябре дрался, но выложил только недавно совсем. А, да, так что давайте, я уже так давно не играл, господи, вы бы знали, давайте покажу свой дом, он, я его, скажу сразу, не доделал, потому что я запутался, что, куда я хочу поставить, поэтому, да. Блин, меня крипер очень смущает, он не ко мне хоть? Ладно, да, это было как небольшое читерство, но не хочу, чтобы он нам мешал, это все же, да. Вот, мать его, мой новый дом. Смотрите, какой большой. Я его сделал двухэтажный, трехэтажный, стоэтажный. Тропинка, смотрите. Кто догадается, на что эта тропинка отсылка, я думаю, это будет легко, то я не знаю, что я сделаю. Давайте просто устроим интерактив. Отгадайте, откуда эта тропинка. Она является как отсылка к кое-чему, к поп-культуре майнкрафтеров, да. Давайте покажу теперь дом внутри, который я немножко не доделал, потому что стало сложно, запутался. В планах еще построить ванную комнату, ее нет. Ладно, пока покажу. Вот, каминчик, тут можно зайти туда, можно не заходить. Кстати, обратите внимание, из трубы идет дым. Вот тут окошко, подоконник, вон, да ладно, по порядку идем. Так, тут свет можно включать, выключать, но я его включил, потому что у меня в этом доме однажды заспавнился крипер. Очень часто спавнились зомби, а однажды крипер, поэтому здесь везде стоят факела, потому что я боюсь, что они придут опять. Так, эта комната не поменялась вроде бы, все как было, стол, да, сундук, пустой эндеркуфор. Вот тут улица, можно, то есть на завтрак выходить, солнце будет восходить, а ты садишься, завтракаешь и кушаешь, и все очень классно. Мало механического всего, да, в этом доме, потому что не смог как-то, не получилось. Механизмы можно делать только на первом этаже, а первый этаж у меня вообще какой-то такой спокойный. У меня все на втором этаже, поэтому механизмов мало. Вот тут кактус посадил. Иначе, если делать на втором этаже механизмы, то тогда потолок будет в 3 блока или еще больше, это отстойно. Холодильник, тут куча яблок, потому что на строительство этого дома я срубил очень много деревьев. Поэтому там вы можете видеть аллею из деревьев. Вот, дерев. А, так, на чем тут эта печка, везде уголь есть, да. Вон там новый, кто это, ослик, добрый ослик. Я не знаю, как его зовут. Джоджо потерялся, я не знаю, куда делся Джоджо. Я его искал перед этим видео, не смог найти, может сейчас поищу немножко, ну да. Джоджо на данный момент пропал. Так, это значит подвал и второй этаж. Давайте начнем с подвала. Тут кое-что эпичное. Это, значит, хранилище. Тут хранятся вот тут всякие органические непотребства. Тут всякие просто непотребства. Кстати, если органическое, там и кожа должна быть. Ну ладно. Тут редстоун и уголь. Я не знаю, почему так, потому что много его всего. Тут алмазы всякие, да, изумруды. Золотые яблок. Ого. Много. 5 золотых яблоков, потому что все золото на это извел. Тут всякая броня. Всякие ресурсы. Тут поводок. И, ну, тут, да, всякие тоже, как бы, что может пригодиться в походе, но в то же время не является ни броней, ни мечами. Тут блоки распространенные, которых очень много, а тут все остальное. Тут стол зачарования. Теперь пойдем туда. Очень там эпично, по крайней мере, я старался. Да, тут было темно раньше, но я поставил кучу факелов, чтобы никто не спавнился. Чекайте. Хоба. Это какой-то зал, трофейное, я так понимаю. Тут вот всякие эти... что из разных эпизодов, типа, это
из эпизода про... Когда кролики самоубивались, помните, такое было? Я не знаю, мне кажется, это как трофей прикольный. Это когда Эндермена убил, из него блок выпал, не помню, какой вроде бы предыдущий эпизод. И это из предыдущего, да? Ого, много из предыдущего. Так, это броня. Вот с этой брони, кажется, я начинал... Я уже не помню, честно говоря. А, тотем бессмертия с прошлого эпизода, да? И вот эта броня, с которой я ходил все свои эпизоды, вот только она сейчас невероятно покоцанная, поэтому я думаю, ее стоит оставить здесь и создать себе новую броню. Тут щиты. Все щиты с предыдущих эпизодов. Теперь идем на второй этаж. Второй этаж. Тут есть типа телевизор, но он всегда включен, потому что тут темно было без него, и без факелов было темно, поэтому да, тут куча факелов, телевизор. Давайте выключим. Или включим. Слышали мелодию? Это мелодия. Здесь можно вечером выходить. Если появится друг, то играть с ним в нарды какие-нибудь, я не знаю. Был бы Гена, мы бы с ним уже давно поиграли. Здесь просто механическая такая, да, я здесь тоже факелов наставил, все такого. Теперь идем на самый... Так, тут у меня всякие, типа, рабочая зона, здесь мы что-то делаем. Я не знаю, честно говоря, я не знаю, что мне здесь сделать. Я думаю, может сюда перенести кухню, но тогда я не знаю, что здесь поставить. Здесь как бы мини-кухня, а если я там ее сделаю, ну то тогда я смогу одну классную деталь сделать. В плане кухни здесь. Кот с ума сходит, можете слышать. И я вместе с ним. Здесь можно еще эти всякие зельеварочные поставить. Честно, не знаю, можете написать, что сделать на втором этаже? Да, и вообще всякие идеи, что можно изменить в доме, что бы вы хотели. Сколько там, ну, зрителей так два точно есть, Майнкрафт выживание, так что можете написать. Так, третий этаж. Вот тут такая маленькая комнатка. Эти лампы включаются, как только наступит ночь. Выходим. И тут можно сидеть и любоваться красивым закатом. Кстати, скоро закат, полюбуемся сейчас как раз. Только шейдеры не смогу включить. Обычно я, знаете, захожу, включаю шейдеры и нажимаю F1 и смотрю, любуюсь. Но сейчас у нас новая версия, поэтому шейдеры не получится включить. Вот тут такой, знаете, мини-сад. Не знаю, мне почему-то показалась интересным идея делать на крыше сады. Так вот, вначале я, наверное, сделал все-таки обычную ферму. Я хотел сразу механически, но я понял, что у меня не получится. Это очень затратно в плане ресурсов. У меня столько ресурсов нету, чтобы делать механические сразу. Так что да. Смотрите. У нас в ловушку попал этот. Вот там, кстати, стол зачарований. Да, я вот такие сделал. Как водохранилище какое-то. Так. И у него можно купить сгусток слизи за 4 этих. Из кого из 4 этих? 4 изумруда. Я не знаю. Я надеюсь, что ты пока что не исчезнешь, потому что у меня скоро, я думаю, можно будет делать ферму слизи в своей шахте. Так, момент истины. Нет, никто не начал тут спавниться, как вы видите. Ни слизней, никто. Наверное, нужно больше площадь. И может потемнее, я не знаю. Не знаю насчет освещения, вообще ничего. Ладно. Пока не буду покупать у него слизь. Ну что, добрый ослик, кто там? Тот был Джозефом, да? Ты будешь каким-нибудь Джотером? Давайте уже персонажами из Джоджо называть всяких там лошадей. Джотера поскакали. Да, я сюда не хотел возвращаться уже, но... Надо отдать дань уважения Гене, а еще я ищу этого Джозефа. Мне хочется, ну, как бы, я не знаю. Так. Блин, а мне нечем отдать дань уважения. У меня вообще ничего нету, извини. Я еще помню, гараж хотел построить. Кстати, ферма. Мы можем пособирать, смотрите. Все выросло уже. Ух ты, странствующий торговец уже здесь. Интересно, тот же самый или другой? А, да, молодец. Не, это кажется другой. Странствующего торговца слишком цены высокие, мне кажется. А продает он всякую ерунду. Понятия не имею, где мне искать Джоджо. Похоже, что мы в этот раз по-настоящему лишились Джоджо. И уже его не найдем. Нам его уже, собственно, и негде искать. Я не помню, куда он мог деться. Я помню, что я дом строил долго при том. Но я не помню, куда делся Джоджо. Уделся ли он куда-нибудь. Эй, курятки, расскажите, не видали ли вы Джоджо?
моего. Нет, сударь, не видали, уходи, пока не дали. Ах ты, гадкая свинья, получи же от меня. Ладно, пусть они вдвоем останутся, как бы пара, куриная пара. Эй, свинюшки, подскажите, не видали, где его, Джозефа вы моего? Нет, не видели его, уходи, тупое чмо. Что сказал ты про меня, получай же от меня. Вы, свинюшки полевые, обнаглели, как живые. Ладно, пару не убью, одинокую свинью с удовольствием сожру. Не знаю, зачем я это делаю, меня прикалывает что-то сейчас. Поэзия, блин. Майнкрафт-поэзия. Пусть реально эту лошадь... О, Джо! Джо! Ё-моё, я даже поводка не взял. Джорджо, ты, блин, что тут делаешь? Я не ожидал его найти. Я уже простился с ним даже. Так, сейчас быстро вернемся. Сзади мой дом, сзади выглядит не очень. Не хватает ему объема. Йоу, здравствуйте. Здрасте, ламы полевые. Ребята, мы нашли Джорджа. Чё он там? Ну да, в принципе, если он не умер, то мы его рано или поздно найдем, если будем, конечно же, искать. Нужно поводок взять тогда. И мы можем отправляться в путешествие. Так, значит, сейчас сделаю небольшой запас кушанья. Потом нам надо еще кое-что эпичное. Это... Сейчас, короче, буду готовиться к путешествию. What the fuck? Чё они здесь делают? Что ж, ребята, можем, думаю, отправляться, да? Кстати, я сделал щит, как его вам показать? Ага, вот, как его... Вот, щит я сделал, он какой-то получился зловещий, какой-то кровавый. Да, мне он так и кажется, что какое-то кровавое знамя на нем нарисовано. Не знаю, почему захотелось так сделать, хотя, по сути, должен быть мирный, мы же едем с мирной какой-то делегацией или что-то такое. Я сундуков не взял. Вот, да, я все взял, кажется, все взял, что нам может пригодиться. Джорджи, вот мы и встретились снова. Привет. Молодец, Джорджи. Ты поумнел. Так, давайте все. О, смотрите, какой быстрый. Так, и ослика нашего доброго хоба. Все, он за нами. Да, ослик за нами теперь будет. Смотрите, хоба. Как его мутузит. Вау, хорошо. Давайте отправимся на поиски пчел. Прям свежим воздухом дышим. А где ослик? А где ослик? Стоп. Где ослик делся? А где поводок? Ага. Так а как нам теперь с осликом-то быть? Где он теперь опять? Ай, не оторвись, смотри. Похоже, я зря решил взять ослика. Давайте... завезем ослика домой. Давайте попробуем с осликом. Но если он опять оторвется, то я его верну домой. Да, он сорвался, ладно. Просто-напросто тяжело с ним, извини. Ты не идешь с нами в путешествие. Очень жаль. И вот опять оторвался. Не, ну это, конечно, да. Ослик, ты куда дел этот поводок? Ты куда поводок дел? Смотрите, что мы нашли. Это он тут прячется, короче, да? Выйти хочешь? Думаю, не очень. Ты же тут все же прячешься. Так, ослик. Нет, все, ты не идешь на поиск пчел. Я все сказал. Все, жди здесь. Никуда не уходи. Ой-ой-ой. Темнеет, ребята. Черт, надо было поспать, а не переться туда. Ну ладно. Ой-ой-ой. Что? What the fuck? Так вот чего они здесь поселились. Из-за лавовых ресурсов. Я не знаю, может и не из-за них. Так, ага, тут этот прячется. Я думаю, он... Не будет возражать, если мы первую остановку сделаем у него.
Ты не будешь возражать? Спасибо, я тоже не буду возражать. Главное сейчас не умереть случайно. Доброе утро всем. Все, мы переночевали. Так, ты так и будешь тут сидеть или вылазишь? О, молодец, давай. Короче, на тебе блоки, если захочешь, заделаешься. Если не захочешь, не... Угу, хорошо. О, мы нашли поводок. Все, Джоджо, вперед. Ты тут целую ночь один был, не волнуйся. Я поспал у этого, у торговца в той яме. Так, тут... ой, как много. Давай спешимся, Джоджо. И вот так, давай. Да, вот. Угу. Все, путешествуем. Всем доброго утра, всем, кто смотрит это видео. Надеюсь, я не затяну с его выкладыванием, как обычно делаю. Так, тут мы, кажется, еще были. Смотрите, всякие тропические эти всякие. Тростник. Так, тут много воды. Ладно, думаю, на поводке мы Джоджо перетянем через воду. Давай. Ты знаешь, куда нам. О, это братья Джоторо. Братья Джоторо. Я не знаю, пока что я буду его звать Джоторо. Если у кого-то есть другие идеи, можете написать. А тут, кажется, мы уже не были, потому что, да, тут вот прогружается дольше все это. Ну все, тут, кажется, ох ты, о, снег, ребята, снег, всех с Новым годом. А нет, мы тут еще были. Помните, там пожар был? Вау, счекайте, какая красотень. Скоро ж будет этот рейтрейсинг, что-то в Майнкрафте. Короче, эпик будет, красота будет. Блин, а если мы сейчас, прикидывайте, найдем... Так, надо спешиться, тут неудобно. Мечту моего... Моих всех Майнкрафт-выживания. Это... особняк в лесу. И тогда мы сможем отомстить разбойникам за все их нападки на нас. Джоджо, ну ты, блин, не упирайся хотя бы. Давай, пошли. Идем, нам надо пройти этот лес. Мне все равно, что ты не хочешь. Очень добрый Егор. Давай, я вообще обленился там уже за это отсутствие эпизодов. Тут, смотрите, как много цветов, но ни одного пчелиного улья. Надо забраться на эту гору. Так, стоп. Надо кое-что сделать еще для Джорджа нашего. Чтобы он не убежал далеко. Я забыл это взять, и может у меня даже этого не было. Так, сейчас это... Вроде бы так крафтится. Я не помню рецепт конкретно этой вещи, потому что редко крафтил ее. Так. Вот, все. Джорджа, подожди здесь. Я заберусь на эту гору. Мне нужно кое-что... Посмотреть, оглядеться вокруг, короче, надо будет. Угу, гора маленькая. Там вон повыше. Так, что там? Ага, просто дерево. Надо повыше забраться, чтобы оглядеться вокруг. Ё-моё! Чёрт! Я думаю, что-то FPS проседает. Тут горит! Ребята, мы горим! Чёрт, ё-моё, о, как повезло. Ребята, извиняюсь за слайд-шоу, но похоже, что все. Моему миру Майнкрафта пришел конец. Ребята, ну какого фига вы делаете? Дайте мне хоть потушить, чтобы слайд-шоу не было. Нет! Ой. Ребята, извиняюсь, что все так слайд-шоуно. Ребята, от такого никто не застрахован, я вам хочу сказать. Зато, ребят, теперь вы знаете, как отомстить вашему другу, если у него слабый ПК, и он вам что-то плохое делает в мультиплеере. Просто подожгите какой-нибудь лес, и все, и наблюдайте за тем, как у него игра сломается. Видите, помните поджигатели те? Я их не убил, и вот что они вытворяют тут. Да, блин, детективный метод. Рядом находится лава, но я приписываю каких-то поджигателей. Угу. А почему она только сейчас загорелась? Ой-ой-ой, быстро. Фух, благо грибы не горят. Все, кажется, потушили. Где лава, там рядышком будут эти разбойники. Мне подсказывает, по крайней мере, мой опыт.
все. Потушили. Ой-ой-ой, темнеет. Так. А мы в этом лесу. Этот лес очень опасный. Надо поближе к Джорджу. Где-то надо найти Джорджу. Теперь опять. Он где-то тут был, по-моему. Да, вот Джорджев. Джорджев. Так, и нам надо на полянку. На полянку надо, Джорджев. В лесу опасно. Так. Я посмотрел вокруг. Ничего, честно говоря, не понял, но пошли. Черт, дождь. Давай, Джозеф, не отставай. Ой-ой, крипер. Ой! А! Извини, Джо-Джо, я тебя не хотел ранить. Давай наверх. На деревья. Джо-Джо, на деревья. Да и какая разница, что дождь? Мы в безопасности тут. Нужно посмотреть, куда нам. Нам туда нужно идти. Давай, осторожно, по деревьям. Хоба! Давай, у тебя получится. О, получилось. Ага, тут лава, тут опасно рядом находиться с лавой, чтобы нас не скинули. Нам нужно найти где-то, где можно безопасно присесть. Ой-ой-ой. Давай, те ребята. Нам нужно... Вот, все, мы выбрались на ровную поверхность. Правда, тут дождь, холодно, мы с Джорджи уже промокли, как цуцики. Напуганы, повсюду всякие страшные... Опасные твари. Так, ой-ой-ой, туда лучше не идти. Давай костер где-нибудь здесь поставим. Кто? Да вы гоните. Ё-моё, их слишком много стало. Не хватало еще умереть. Ё-моё! Лесной пал... Ни хрена себе, сколько их! Ребята, вы чего? Да мы же умрем, нет! Джорджо, беги! Блин, а как нам теперь быть? Где звуки? Звуков дождя что-то нету. Странно. Как они вообще подошли? Там же светло, они не подходят там, где светло. Это так будет легче, мне кажется, нам обоим, да, Джорджо? Туда можно залезть. А, как их много. Им нужно этим маджангам добавить, чтобы к костру не подходили мобы. Потому что какой от него тогда толк? Вот я поставил костер, хотел посидеть, погреться, в итоге напали. То есть от костра толка нету, по большому счету, сейчас. Фух, как холодно, да, Джозеф? Мы прозябли. Ладно, это... У меня ролеплея постоянно больше, чем какого-то выживания, поэтому... Фух, может тут где-то сделать привал? У нас, в принципе... Хватит на новый костер. Давай тут, что ли, я не знаю. На деревьях. Звучит довольно-таки романтично, да, Джордж? Майнкрафт-романтика. Ё-моё, я, кстати, теперь не понимаю, в какую сторону домой. Так. Мы поспали. Ой! Кто ты какой? Во фига тут? Костер не будем забирать, он нам поможет определить, куда нам двигаться в следующий раз. Все, Джорджо, новый день, новые возможности. Наверное, Джорджо, я тебя оставлю пока здесь, а сам отправлюсь на поиски, чтобы понять, хоть в какую нам сторону двигаться. И еды заодно поищу. Слайм! Ребятки, слайм. Я пришел с миром, это видно по моему щиту, на который с кровавым знаменем. Ну все. Я не хотел, вы сами на меня напали. О, как много мяса. Ребята, как много мяса. Вон там равнина. Я предположу, что я на ней делал первый привал, пытался сделать. Очень извиняюсь за то, что этот эпизод слайд-шоу, просто пока что еще Optifine не вышел на эту версию, и мне, ну, я стараюсь изо всех сил
чтобы меньше лагало, но я не знаю, как это сделать без Optifine нормально. Я, видите, графику сделал на минимум, дальность прорисовки не очень высокую. Все равно подлагивает, поэтому извините, ребята, за то, что слайд-шоу периодически будет, честное слово. Не хотел, чтобы все так было. Так, вот. Значит, мы откуда-то оттуда пришли. Надо было компас сделать, кстати. Вперед, Джоджо. У нас впереди много дел. Можно этот лес было бы обыскать на наличие этой крепости какой-то там. Я забыл, как она называется. Ну ладно, она очень редко встречается, поэтому не думаю, что нам повезло, и она вот тут будет. Хотя, я, честно говоря, очень хотел бы, чтобы так было так. Нам бы хвою найти. Хвойного леса. Ух ты. Смотрите, какая красота. Тут не очень, а там. Охренеть. Охренеть. Вы видите, что мы нашли, ребята? Это круче, чем пчелы. Ой, у меня голос стал срываться даже от эпика. Так, Джозеф, стоп. Я хочу туда спуститься, но я сейчас не готов. Я, как видите, очень легко надет. Я думаю, в следующем... Вы видите, это же шахта. Я играл в Майнкрафт выживание не так много, поэтому для меня будет, по-моему, впервые туда спуститься. Я помню, когда ты специально создавал мир и туда спускался без ничего, вот так как-то делать. Нам, значит, смотрите, там сгорело, значит, мы откуда-то оттуда пришли. Нам туда, в ту сторону. Вон, кстати, цветочный лес, может, там будет хоть... Честно говоря, думаю, что пчелы не будут в этом мире появляться, потому что этот мир был создан до появления пчел. Я очень хочу, чтобы это было не так, но похоже, что да. Все, у нас есть еще одна метка. Опять что-то горит! Вы видите, опять что-то горит, да? Блин, Майнкрафт, ты не хочешь, там, не знаю, чтобы эпизод был не настолько слайд-шоу? Нет, надо все, чтобы что-то горело, да, постоянно. А нахрена я его с собой тащу? Ему ж тут не проехать. Я пока его поставлю здесь тогда. Вот. А где? Стоп. А, все. Оставлю пока что здесь Джоджика, а сам, пожалуй, отправлюсь. Посмотрю, как можно объехать эти горы, чтобы не пришлось ему тянуться по ним. Одно место и уже три костра поставил. И опять солнце садится. Вот же, блин. Показалось? Показалось, что увидел эти соты. Ого, смотри, вау, какое-то курортное местность, тут можно прям реально курорт устроить. Смотрите, тут, вау, мне нравится. Угу. Эту гору объехать будет не очень легко нам двоим. Быстренько тут переночуем. Мне нравится эта река, это красиво выглядит. Это не река, это озеро, да. Озеро Нарыч. Мы нашли Нарыч, ребята. Ура. Так, тут тыковки растут всякие, да? Но нам нужны елки. Нам нужна елка, кстати, да. У меня в этом мире еще ни разу ни ель, ни сосну не видел. А эти... Да, блин. А эти уже опять тыквы. Короче, нам нужно ель или сосну. Йоу. Смотрите, что мы нашли. Коровы топают, как железные големы. С каких пор? Смотрите. Ой, а что это там бестравное? А, нет, это... Джоджо, прыгай! Я в тебя верю. Черт. Сорвался поводок, ладно. Как нам его теперь... Давай, прыгай. Что это? Вы когда-нибудь видели такие биомы в Майнкрафте? Я впервые, честно говоря, вижу за столько лет игры этот биом. Ну, может, не столько впервые, но... Упс. Не очень часто я такое вижу. Ух ты. Как будто кто-то играл до меня в этом биоме, вы заметили? Может, у меня раздвоение личности, я по ночам играю в Майнкрафт, а на утро уже этого не помню. Прикидывайте, такое... Эпичное раздвоение личности играть в Майнкрафт по ночам. Поэтому я так спать стал хотеть постоянно. Джорджи, ну чё ты не прыгнул? Там ничего страшного нету, давай. Ой. Что это?
Тут так много гор, мне нравятся теперь эти горы. Вон всякие водопадики. Вот, это же земля, грубая земля, на ней ничего не растет. А? О нет, она сейчас будет литься и все зальет. О нет, ду-ду-ду-ду, надо быстрее лопата и накопать кучу земли и создать потом там этот защитный щит, чтобы оно не сожгло ничего. Черт, мы не успеем, Джорджо, быстрее. Ладно. Фак, оно реально сейчас все сожжет. Так, надо рассчитать, куда оно приземлится. Оно затопит пещеру с зомби. Черт. Ага, оно сюда нальется. Тогда надо как-то так. Че загорелся? Лава еще не упала. Черт. А застрял. О! Вау. Ой-ой-ой, вот это вот опасная сторона, надо... Черт, это грубая земля. Да с этой стороны ее прикрыть. Так. Ага, она сейчас сюда польется. Черт, быстрее! Тут. Давай. Нет. Нет. Нет, 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 нет. Не гори. А как оно будет не гореть-то? Оно же загорелось уже. Стоп. А! Там всего в одном месте нужно перекрыть. Быстрее. В одном, вот тут. И вот тут. Нет, все равно загорелось. Ни хрена себе! Что это за... Как будто, знаете, конец света наступил, и лавовые всякие вулканы... Это реально как извержение вулкана, ребят. Хотя это... Это не совсем извержение вулкана в том смысле, но это как реально извержение вулкана. Оно сейчас тут соприкоснется с водой и создаст кучу булыжника, верно? А! Ой-ой-ой. Для этого меня мать рожала. Мы должны как-то, я не знаю, что-то сделать с этим всем. Ой-ой-ой! Ага. Мне кажется, моя работа тут ничем не помогает, оно все равно все затапливает. Блин, смотрите, какой эпик здесь образовался. Это как, знаете, иногда под водопадами есть всякие... места, где, там, не знаю, прячутся какие-нибудь базы зловещие. Так и тут то же самое, только тут под лавовым водопадом. Офигеть, Джорджи, что это вообще такое здесь произошло? Надо теперь туда забраться и посмотреть сверху на весь этот мир. Офигеть, видите, как стихия разгулялась, разбушевалась? Вот вулканы извергаются уже. Похоже, да, скоро наступит конец света в этом мире Майнкрафта. Все как в Библии какой-нибудь. Не, вроде бы не так. А смотрите, там даже деревья растут. Удивительная удивительность. Вау! Мы выше облаков сейчас будем. Вау. Офигеть, что еще нужно для счастья Майнкрафтеру? Ну тут даже, видите, да, грубая земля, потому что, наверное, выжжена уже. Всякими извержениями вулканов. Итак, вот мы и здесь, на вершине горы. Что ж, ребята,
Думаю, на этот эпизод достаточно. Уже снял довольно-таки много. Нужно потом будет пообрезать это все. Не нашли мы никаких пчел, но зато нашли всякие извержения вулканов, всякие стихии, разгул. Зато красивые пейзажи увидели. Думаю, в следующем эпизоде мы еще с Джоджо попутешествуем немножко. А после следующего отправимся в ту шахту. Либо наоборот, посмотрим. Я думаю, еще попутешествуем, потому что смотрите, какие мы странные пейзажи начали находить вокруг. Все, ребята. Всем пока, всех до нового. Всем скоро увидимся когда-нибудь в следующем эпизоде, да. Всем пока.